Здравствуйте, уважаемые зрители. Телеканал «Спорт» приглашает вас на хоккей. Добро пожаловать в Ледовый дворец спорта ЦСКА, где считанные минуты остаются до начала очередного матча российской хоккейной суперлиги. Встречаются хозяева, хоккеисты Центрального спортивного клуба «Армии» и ярославский «Локомотив». Вместе с вами за ходом этого матча наблюдают комментаторы, заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И Роман Скворцов. Представляем судейскую бригаду этого матча. Встречу обслуживает главный арбитр Сергей Карабанов. Ему помогают линейные судьи Виктор Бирин и Алексей Медведев. В составах команд, видите их сейчас на своих экранах, никаких изменений по сравнению с предыдущим матчем нет, что и неудивительно. Оба тренера, и Вячеслав Быков, и Кари Хейкель, видимо, последовали старинному принципу, гласящему, что победный состав не меняют. Двухматчевая победная серия, действующая у «Локомотива», пятиматчевая у ЦСКА, чья-то серия сегодня прервется. Стартовые пятерки команд уже на льду. Начнем с гостей у них. Первая пятерка выглядит следующим образом. Пара защитников — Денис Соколов, Игорь Уланов. 12 и 55 номера соответственно. И тройка нападения — Алексей Мехтов, 8-й. Алексей Кудашов, 32-й. Капитан команды, центральный нападающий, 72-й. Сергей Коньков. У армейцев пара защитников — Константин Корнеев, Сергей Розин. 22-й, 40-й, 48-й номера соответственно. И тройка Вадима Япончинцева, также капитана команды, 8-й номер. Вместе с ним по краям 14-й Алексей Симаков и 90-й. 91-й Олег Сапрыкин, самый лучший снайпер ЦСКА и, по-моему, лучший бомбардир в системе «Гол плюс 5». 8 голов плюс 3 передачи на счету Сапрыкина в 12 матчах российского первенства. Первый бросок по воротам. Розин атакует из средней зоны, но для голкипера «Локомотива», а это Семен Варламов, под первым номером он становится легкой разминкой. Что касается ворот ЦСКА, их защищает 34-й номер, канадский голкипер Томас Лоусон. И смена идет по ходу встречи. Звено Скугарева появляется на площадке у армейцев. Скугарев в центре, 75-й номер. Владимир Жарков, 10-й. Тимофей Шишканов, 20-й. По краям пара защитников — Васильченко, Белов. Ну а что касается железнодорожников, то там тройка Ивана Ткаченко, 17-й номер. Вместе с ним 9-й Рэнди Рубитайл и 19-й Алексей Яшин. Я думаю, нас сегодня ждет одна из самых интересных игр, даже не потому, что там играет ЦСКА «Локомотив», а именно потому, что две атакующие команды сегодня встречаются, и мы вот очень много матчей смотрим, показываем, и большинство команд все равно играет как бы строго в обороне, а впереди как получится. Вот ЦСКА и Ярославль — это команды, которые стараются забить больше, чем соперник, а не пропустить меньше, чем соперник. Причем несколько разницы здесь, разнятся здесь модели игры. Ярославцы делают ставку на очень активный хоккей, на давление практически на каждом участке площадки. Что же касается армейцев, здесь игровая дисциплина, пасовая культура и очень хорошие командные взаимодействия. Вот за всем за этим нам предстоит наблюдать по ходу этой встречи. Честно говоря, я тоже очень удивлюсь, если сегодня мы увидим меньше 3 заброшенных шайб. Хотя вот в прошлом сезоне, в общем, вправе мы были ожидать чего-то подобного, но тем не менее максимум 4 шайбы удалось соперникам набросать в одной из 3 игр прошлого года. Состоялась она здесь, армейцы тогда победили 3-1. Ну и затем в Москве ярославцы взяли реванш 3-0, и в Ярославле сильнее были армейцы 2-1. Они одержали победу, то есть в прошлом году матчи, в общем, не такими результативными получались, каким ожидается сегодняшний. Ну, мне кажется, такой результат может быть, если фантастическую игру покажут только вратарей. Но пока ни Лаусон, ни Варламов не вышли на пик своей формы и, в принципе, не являются непробиваемыми стенами такими. Ну и здесь наши ожидания подтверждаются статистикой. «Локомотив» забил больше всех в чемпионате. 43 заброшенных шайбы на счету ярославцев и 36 пропущено. Больше пропустили только аутсайдеры чемпионата — «Лада» и «Амур». 42 и 43 соответственно. Связано это с тем, что не очень уверенно ярославцы играют в численном меньшинстве, но об этом подробнее мы поговорим, когда представится возможность. Пока 4-й тройки нападения на льду у команд, у армейцев. Всем бы такое 4-е звено. Илья Каблуков в центре, Денис Паршин и Сергей Широков по флангам. Паршин атакует и блином. Семен Варламов перебрасывает шайбу через перекладину
своих ворот. Ну а ярославцев 21-й Чурилов, Константин Рудет 34-й, 14-й Рябьев. И смена первой пятерки команд появляется на льду. Ну, во-первых, наверняка вы уже сказали, что самые забиваемые и пропускаемые команды Ярославля, значит, в сумме, когда они играют, больше всего забиты и пропущены. И потом, вот вы сейчас сказали про звено, допустим, Каблукова, но оно выходит номинально четвертым, конечно, по игре оно не является четвертым. Но, может, это тактическая, в общем-то, задумка Быкова, ведь не у всех команд ровные составы, и когда выходит это звено, тем более очень скоростное, мобильное, и попадает на четвертое звено какой-нибудь, ну, не самой сильной команды, значительное преимущество имеет. Естественно, именно это я имел в виду, когда говорил, всем бы иметь такую четвертую, даже номинальную четвертую тройку. Ну а тем временем, два капитана друг против друга, Вадим Япончинцев и Алексей Кудашов, выиграл в вбрасывании ярославец, долгое время защищавший цвета Центрального спортивного клуба армии, и армейцы от своих ворот начинают атаку. Сапрыкин самостоятельно доставляет шайбу в зону, но там, по-моему, ярославцы закатили раньше времени Алексея Симакова к себе. И остановлена атака армейцев. Бросание будет в средней зоне. Очень часто смены происходят. Видимо, невидимо, а так и есть. Тренер хотят поддержать высокий темп, чтобы не было уставших игроков, чтобы никто не задохнулся. Вот во втором звене у ярославцев на позицию центра форварда переместился Рэнди Робитайл. Ну, в общем, и будет он исполнять центральную нападающую. Все-таки канадцам особенно свойственна некая универсализация в действиях, поэтому без проблем сможет он сыграть и на краю атаки, и в центре нападения. Но, впрочем, то же самое можно сказать и об Алексее Яшине, но вот пока в «Локомотиве» его предпочитают использовать в роли крайнего нападающего. Чем это связано, на ваш взгляд? Да, просто хотят освободить от дополнительной вот оборонительной работы Яшина, чтобы у него оставались силы на созидание. И, в общем-то, и в том клубе, в последнее время он играл, Нью-Йорк Айлендерс, и в этом клубе также, даже если он выходил на позицию центрального нападающего, все равно, как бы, крайний, левый крайний, там, в свое время, это Олег Ваша, как раз выполнял все его оборонительные функции, а Яшин чисто был атакующий форвард. Армейцы идут вперед через заброс в чужую зону, пытаются они это сделать. Жарков первым успевает к шайбе, отбитой Варламовым, в угол площадки. Расстрел в центр не достиг успеха. Скугарев остался там попрессинговать. Вроде бы преуспел в перехвате на синей линии, но далее распорядиться шайбой не сумел. И бросок Алексея Яшина. И первая схватка на пятачке перед воротами. Вроде ничего серьезного здесь не произошло. Это лишь показатель того, как команды готовы бороться в этом матче. Ну, как бы тут еще такой маленький нюанс. Просто вот я знаю, когда Ягр играл, и очень многие молодые игроки, для них было очень престижно как бы потолкаться с Ягром. Просто вот, ну, просто даже иногда нахамить. И мы видим вот сейчас, ну, Белов взял на Яшина, накинулся. Ну, опытный мастер. Я имею в виду Яшина, и не входит в его планы потолкаться со всеми молодыми в лиге. Но там зарождалось этот очаг напряженности и столкновения Ткаченко и Васильченко перед воротами. Ну и так Антон Белов поучаствовал в шапочном разборе. Кстати, в защиту Яшин тут кинулся Робитайл, и он разбирался уже. Третье звенья команд на площадке. Владислав Кон, Владимир Горбунов, Алексей Косауров у армейцев. 71, 16, 25 номера, соответственно. И звено Ивана Непряева на площадке у ярославцев. Сбынок Иргал 22-й, 13-й Непряев и 11-й Александр Галимов. Удаление ЦСКА. Алексей Косауров отправляется на скамеечку штрафников. Две минуты будут у ярославцев на розыгрыш большинства. 10 шайб, имея численное преимущество, ярославцы в этом сезоне забили. Процент реализации такой средненький, едва-едва за 10. Ну и что касается армейцев, то 10 шайб в меньшинстве по ходу этого чемпионата красно-синие пропустили. Яшин предсказуемо появляется на розыгрыш большинства. Не сумел сейчас Алексей обработать шайбу. Отскочила она от его конька, и приходится все заново начинать. Но здесь первое звено усиливает Алексей Яшин. Михнов с Кудашовым, и вместо Сергея Конькова Алексей на левый фланг нападения выходит. Первая пара защитников у ярославцев. Соколов, Уланов. Вот сейчас Игорь получает шайбу.
Но здесь внимательно армейцы защищаются против Яшина. Сапрыкин постоянно имеет в виду то, что последует передача именно 19-му номеру ярославцев. Но вот и сейчас, когда вроде бы, с одной стороны, казалось бы, Сапрыкин упустил, все-таки угол островатый был у Яшина для атаки, да и шайбу ему довести толком не сумели. Было очень непросто это сделать, так как на пути вот этого диагонального перевода сразу три армейца находились. Ну, между тем, Яшин, несмотря на опеку, но, с другой стороны, совсем на Яшина не может уйти дальний нападающий, потому что он тогда освобождает защитника. Каченко прокатывается за воротами. Белов сидел у него на плечах, все-таки вырвался. Ярославец сделал передачу. Вот теперь Робби Тайл с партнерами разыгрывает бросок от синей линии. Ткаченко пытался подставить клюшку, а в итоге, похоже, просто заблокировал бросок собственного защитника от синей линии. Остановил шайбу и вновь от своей синей линии приходится ярославцам организовывать атаку. Робби Тайл пока больше на краю действует. Ткаченко берет на себя функции центрального нападающего в розыгрыше большинства. Иргл окапывается на дальнем пятачке. Робби Тайл в полном составе армейцы, но продолжается ярославская атака. Бросок Васильева. Все увидел Лоусон. Очень четко и технично эту шайбу поймал. 7 минут ровно сыграно в первом периоде. Пока 0-0. Лоусон постоянно вот прогрессирует в игре, все лучшие формы набирает. И вот как только он стал стабильно, в общем, защищать ворот ЦСКА, уже постепенно ЦСКА уже в тройку вошло среди лидеров. И прибавляет в игре и по качеству, и по результативности, и по результату. Сказал я в начале репортажа, что пятиматчевая победная серия у армейцев. Шести. Ничего подобного, шести. Ну и началась эта серия с сухой победой над Сибирью на выезде со счетом 1-0. Но любопытно, что оба соперника сегодняшних начали свои победные серии после поражения от питерских армейцев. Москвичи проиграли СКА 1-4 16 сентября, но ярославцы не так давно также в гостях армейцам Санкт-Петербургу уступили 2-5. Но здесь еще любопытная такая статистика. С тех пор, как Кари Хейкеля стал официальным главным тренером ярославцев, команда пока не потерпел ни одного поражения. На втором месте перед началом этого тура находились армейцы в турнирной таблице. Делили они эту строчку с питерскими одноклубниками. 9 побед, одна из них в дополнительное время, 3 поражения. 27 очков, 37-28 разница забитых пропущенных шайб. Что же касается ярославцев, то у них 6 побед, 7 в основное время, 6 поражений. Одно из которых в овертайме. 43-36 про разницу шайб мы с вами уже говорили. 19 очков и 7 место перед началом этого тура. Ярослав прибавляет особенно вот по игре значительно. Если какие-то проблемы были, то сейчас, ну, вот этот стиль, с которым, в общем-то, многие сталкиваются и не знают, что делать. И вот ЦСКА, кстати, это первая команда, которая приехала сюда, которая действительно играет такой очень мощный атакующий хоккей. Очень интересно будет посмотреть, как армейцы против этого будут бороться. Потому что даже играя с лидерами, с Казани или со СКА, они, в общем-то, пытались навязывать свою волю, но получалось или нет, это по-разному. Но, в принципе, вот так, чтобы против них так активно играли, еще ЦСКА не сталкивался с кем. Ну вот пока сыграно 8 минут 10 секунд в первом периоде. Мягко говоря, не очень много опасных моментов создали соперники у ворот друг друга. По-настоящему в деле мы пока вратарей не видели. Все-таки та работа, которая была у них по ходу этой встречи, нельзя назвать ее было какими-то заданиями повышенной трудности. Косауров с шайбой в своей зоне через борт делает передачу на Гончарова. Тот дальше на партнера по обороне. И вот такая атака буквально из ничего у армейцев получается. И Семену Варламову пришлось там поволноваться. Сразу два армейских нападающих выкатились на него по центральной оси. И тут же ответ. Сергей Кайков здорово подставлял клюшку, но все-таки с этой позиции подправить ворота было, ну, очень сложно. Владислав Кон пытался срезать угол, закрывая шайбу корпусом, и зарабатывает он для своей команды большинство. За подножку Алексей Васильев, защитник ярославской команды, отправляется на скамейку штрафников.
ЦСКА, получая численное преимущество, первое звено десантируется на лед. Сапрыкин, Япончинцев, Симаков. И вот здесь самое время сказать о том, что ярославцы крайне неуверенно в этом чемпионате играют в меньшинстве. В абсолютном выражении пропустили они 14 шайб, больше только трактор, 15 в меньшинстве. Ну и если в абсолютных, вернее, если в относительных величинах, в процентах, то худший процент стойкости в меньшинстве у ярославцев в этом году. Ну, посмотрим, как удастся армейцам использовать численное преимущество. Поджимал Япончинцев своих соперников, ну, вернее, воспользовался тем, что прижались ярославцы к воротам. Япончинцев на ползоне занимал позицию на передаче. Не дождался с тем, чтобы разрядить свою пушку. Что же касается игры армейцев в большинстве, то здесь приблизительно то же самое, что у железнодорожников. 10 шайб заброшено. Коэффициент реализации большинства 11,5. Немного, но по ходу сезона, наверное, будут прибавлять и те, и другие в этом компоненте. Неожиданный отскок получается. Варламов, наверное, не ожидал такого подарка, ну, тут действительно, там, от своего товарища по команде. Хотел переходить шайбу и чуть не поставил ворота. Но тут два каких момента. Во-первых, ЦСКА как бы даже не так много забивает, но вот есть команда, которая в большинстве играет, но даже в зону не могут войти. ЦСКА очень много времени проводит вот именно в зоне соперника. Это очень много сил отнимает у игроков, которые играют в меньшинстве. Ну вот смотрите, вторая пятерка большинства. Скугарев выходит с Широковым и Паршиным. Усиливает это сочетание Вячеслав Быков. Пострадал хоккеист ярославского Локомотива. Ловил шайбу на себя. Это Виталий Аникеенко появился на льду едва ли не впервые в этом матче. Ребят, это очень вот опасный бросок. Ему попало очень больно. Но он абсолютно неграмотно ложился под шайбу. Ну, посмотрите, вот сейчас повтор будет. Он лицом ложится. Никогда этого не делай. Ложись ногами. Вот жалко. Ну, вот смотрите, сейчас повтор. Ну, кто так под шайбу ложится? Ну, посмотрите. Ну, сам себя просто травмируешь. Ну, без посторонней помощи сумел Аникеенко покинуть пределы площадки. Защищенное место. Минута и 6 секунд еще в распоряжении армейцев. По-прежнему Скугарев с Широковым и Паршиным на льду. Денис Куляш со своей пушкой располагается на синей линии. И Георгий Мишарин составляет ему компанию. Вот бросок Кулеша и ловит шайбу Семен Варламов. Мы уже не раз отмечали, что у Дениса Кулеша сумасшедший бросок. Но он столько бросает даже, ну... Классно выиграли шайбу ему. Ну, переведи шайбу. Растяни оборону. Пускай твои партнеры на пятачок приедут. И потом бросай. Ну, куда он спешит постоянно? Как будто не успеет. Выходит шайба в среднюю зону. Вновь нужно армейцам отступить. Мишарин на Кулеша. Тот в край на Скугарева. И входят армейцы через этот нехитрый заброс. Широков с Паршином здесь должны разбираться на ближнем борту. Широков уходит за ворота. Паршин накатывается на пятачок, но так не акцентированно, не стал там окапываться. Проехал мимо вратаря, обозначил свое присутствие. Варламов как внимательно следит за происходящим у него за спиной. При этом, обратите внимание, так... Головой в основном вертел Семен Варламов, с места так и не шелохнулся. Очень удачно позицию там занял, практически весь низ перекрыл от случайных рикошетов. И наблюдал за тем, что там придумают армейцы за воротами. Вот именно, вы правильно сказали, что что придумают армейцы за воротами, поэтому ему прямой угрозы вообще сейчас и близко не было. Даже на замахе ни один из игроков не находился, вот именно вот в этом отрезке последний. Что удивительно, Яшин обычно себя в клубе, очень мало в меньшинстве играл. Но вот Ярославль ему дают такую возможность. И еще одно удаление будет у ярославцев. Косауров делал прострел вдоль ворот на своего партнера, а того уже посадили на шампур и так аккуратно ввезли в борт в завершающей стадии этого момента. Сергей Жуков, 27 номер, защитник. Ну, Владислав Кон у нас становится таким еще одним человеком, который падает по любому поводу. Молодец, зарабатывает удаление для своей команды. Некая ирония прозвучала, ну, в ваших словах. Ну, что тут? Вадим Япончинцев на точке вбрасывания проиграл. Вадим, единоборство.
Здесь Корнееву удастся закрыть синюю линию. Удалось, шайбу сохранил, но, правда, тут же ее отдал. И Галимов мчится в контратаку на вираже, уходит от защитника. Ну, наверное, здесь Галимову нужно было самому решать, раз уж так пошел. Я думаю, что это он очень опрометчиво сделал, вот эту передачу назад. И шайба ворота. Вадим Епанчинцев, блестящая трехходовка, в которой поучаствовало все. Первое армейское звено, Сапрыкин, Симаков и неотразимый бросок капитана команды в угол. Вот, собственно, началось все с ошибки Александра Галимова. Абсолютно безграмотно сыграл. Просто человек взял и контратаку начал у ЦСКА. Но, конечно, надо отдать армейцам должное. Великолепные комбинации, великолепное завершение. Вадим Епанчинцев забрасывает свою третью шайбу в этом сезоне. И вот ведь здесь какая любопытная штука. До этого две шайбы было в активе Вадима Епанчинцева. Обе они становились для армейцев победными. Не думаю, что вот это будет, именно вот эта шайба будет победной. Но зато продолжится, может быть, другая традиция, что когда Епанчинцев забивает, его команда точно выигрывает. Посмотрим. Армейцам удалось использовать численные преимущества не без помощи соперника, но здесь что поделаешь. И на волне своего успеха красно-синие помчались забивать еще. И вот этот свисток, наверное, не на пользу армейцам, но вынужден был его давать арбитр, потому что там Жарков сдвинул в ворота. Смена составов. Каблуков с партнерами появляется на льду у армейцев. И будут они сейчас противостоять первому звену гостей. Алексей Кудашов с партнерами сейчас на площадке у ярославцев. Там такая серьезная авария приключилась с гостевыми воротами. С мясом выскочили они. Вот сейчас линейный арбитр приводит инвентарь в порядок. Ну, долго ли умеючи? Совсем нет. Итак, вбрасывание в зоне гостей. Широков встает на точку. Шайба отскакивает к Денису Кулешу. Тот пытается загрузить ее вперед. И Каблуков отвоевывает ее в борьбе с соперниками. Правда, пока не удается ему оглянуться и сделать точную передачу на партнера. Прессингуют, тем не менее, армейцы. Из-под этого прессинга не без труда. Ярославцы выходят. Коньков шайбой. На Кудашова делает передачу. Алексей входит в зону. Подключает к этой атаке Уланова. Держит паузу Игорь. И какой пас-то получается? Не сразу, но все-таки прошла передача на пятачок. И уже Михнову не повезло. С первого предъявления Алексей бросить не сумел. Ну а потом уже накрыли его. Мы видим, что вот ярославцы с приходом Хейкеля, в общем-то, меняют свой стиль. И то, что, в общем-то, нравилось нам, когда он руководил 2 года назад командой, что это была очень силовая, очень атакующая команда, очень жесткая, много бросающая, много добивающая. И вот сейчас постепенно возвращается этот стиль. Хотя, конечно, честно, у него подбор игроков был не то, что лучше, но и выбор был больше, глубина состава больше. Как бы и больше игроков было таких числовых. Сейчас все-таки ограничен Хейкель на данный момент. Ну, выборы. И достаточно много возрастных игроков, которым уже не просто беспрерывно играть силовое давление. Многие хоккеисты были в распоряжении Хейкеля как раз и 2 года назад, но с тех пор стали они на 2 года старше. Но, тем не менее, Хейкеля работает, засучив рукава, и можно не сомневаться в том, что получится у него. Привить Локомотиву тот хоккей, который рассчитывают видеть в Ярославле в исполнении своей команды. Епанчинцев с партнерами на льду у армейцев. Ну вот, нарушилась эта карусель после череды удалений. Сейчас ведущему звену армейцев противостоит тройка Ивана Непряева с Ирглом и Галимовым. Номинально третье у гостей. Довольно много болельщиков на трибунах Ледового дворца спорта ЦСКА. Ну, впервые я здесь, сравниваю с прошлым сезоном. Вот на первом круге там зияли пустотами. Сегодня у нас практически заполнены обе центральные трибуны. Ну и за воротами, так, в фанатском секторе довольно оживленно, армейском. Ну, можно сказать так, что действительно болельщики ЦСКА, вот эти молодые, именно вот как бы фанаты, они повернулись к хоккейной команде ЦСКА и на товарищеских играх. Их было много, и вот сейчас они сильно поддерживают команду. Но опять же, видите,
тем, кто жалуется на то, что очень сложно завлечь зрителя на трибуны. Вот он, рецепт, собственно, налицо. Сражайтесь, поднимайте, улучшайте спортивные результаты, претендуйте на медали, и люди к вам потянутся. Собственно, на примере ЦСКА мы это с вами ясно наблюдаем. В принципе, даже в сверхудачном прошлом сезоне для армейцев так много зрителей, ну, если только на игры плей-офф приходило. Это тоже с иронией сказано? Нет, абсолютно. Сверхудачно – это когда ЦСКА будет чемпион страны. А четвертое место – это все-таки хороший результат, но не больше. Итак, 14 минут 19 секунд сыграно в первом периоде матча ЦСКА-Локомотив. 1-0. Армейцы впереди. Закончился поединок в Уфе. Салават Юлаев обыграл Сибирь со счетом 7-3. Очень неплохой подарок Сергею Михалеву. На 60-летний юбилей преподнесли его подопечным. Ну да, и Магнитогорск выиграл 3-1. Васильченко пасует шайбу через борт на партнера по обороне Антона Белова. Тройка Скугарева на площадке у ЦСКА. Центральный нападающий в районе красной линии. Не было у него адресата для передач, поэтому предпочел шайбу сохранить. Затем там под чужую синюю открывался Жарков, но шайбу обработать не сумел. Хотя, в общем, передачу Скугарев выдавал зрячую и по исполнению нормальную. Мы уже говорили, что, в принципе, Скугарев как раз, ну, очень нужен ЦСКА и действительно помогает, но все-таки он более такой комбинационный игрок, и партнер у него как бы немножко отличается по стилю от того, что бы он хотел. Хотя после «Динамо» он уже привык, что сложно играть в комбинационный хоккей. Коньков переводит шайбу на защитника. Заряжал поворотом Денис Соколов, самый результативный игрок обороны ярославской команды. Три шайбы, заброшенные на его счету, уже в этом сезоне есть. Но опять же, сейчас никаких проблем у Лоусона не было. Видели сейчас, отсек кто-то из армейцев мощного Михнова, не позволил ему пойти на пятачок, создать там трафик перед голкипером. И все прекрасно было видно. Лоусону среагировал он на сильный, но не опасный бросок от синей линии. И Паршин мчится в контратаку. Атака 4 в 2. Все-таки надо хотя бы до броска доводить. Ну, там ошибся Паршин в передаче. Ну, вот мы о чем и говорим, что в это нельзя такие ошибки делать. Бросок как минимум должен быть. Закручивают молодые армейцы карусель в чужой зоне. Но вот здесь Широкого, правда, встречают в тело, останавливая развитие этой армейской атаки. И шайба в среднюю зону выходит. Мишарин. Сумел Паршин продлить движение шайбы в зону. Вылетает она из угла на чистый лед. Вновь на этот раз Шефер оставляет ее у ворот ярославцев. И выходит шайба в среднюю зону. Робби Тайл с Ирглом вдвоем против четверых армейцев оказываются. Объяснимо теряют шайбу. Галимов ее подхватывает, возвращает в зону. Пошел на пятачок. Бросить ему там не дали. И сейчас Галимов не сумел обработать шайбу после передачи Аривалина. Можно отметить, что вот с приходом Хекеля ярославцы очень дорожат шайбой. Вот у них нет вот передач таких просто в направлении, а именно как бы старается так, чтобы партнеру было удобно, чтобы действительно играть в хоккей, а не только бороться и бить. Косауров в углу закладывает резкий вираж, уходит от Валина, но вот эта передача на синюю линию, к ней не готовы оказались партнеры. Выходит шайба в среднюю зону. Кон. Гуськов оказался рядышком, обокрал соперника, даже не играя в тело. Вновь борьба в углу площадки. Шайба выходит в среднюю зону и подхватывают ее железнодорожники, идут вперед. Васильченко контролировал эволюции соперника. Это Рябев, молодой нападающий ярославской команды. Четвертое звено сейчас у гостей на льду. Ткаченко на Чурилова играл, но тот шайбу не получил. А здесь валят в ног Тимофея Шишканова. Очень неплохой силовой прием.
применил Виталий Аникеенко, сбил соперника с ног, причем сделал это абсолютно в рамках правил. Единственное, что возле борта, поэтому показалось, что было нарушение. Действительно, Шишканов так, достаточно больно ударился. Васильченко не сумел выбросить шайбу из зоны. Но здесь у Рябева Белов за воротами клюшку выбил из рук. Скугарев на Жаркова, на противоположный фланг. Владимир возвращает шайбу к синей линии. Шишканов, ну, по логике действовал правильно, но не успел туда на дальнюю штангу партнер накатиться. И Япончинцев с партнерами появляются на льду. Кудашов, его звено у ярославцев. Но вот после долгого перерыва и встретились. Первые звенья на площадке. Япончинцев опережает Конькова. И отличная передача у Вадима получается. Симаков пытался бросить из-под защитника, но в колено тому угодил. Михнов вновь давал передачу на свободное место, а не партнеру. Ну, все-таки мне кажется, что ЦСКА вот в командной скорости превосходит Локомотив. И это одна из самых скоростных команд ЦСКА. И вот на фоне все-таки армейцев ярославцы выглядят тяжеловатыми. Ну, может быть, не раскатились еще железнодорожники. Тем временем первый период уже заканчивается. Попытка в контратаку 3 в 3 умчаться. Но здесь Кудашов с Михновым как-то уж очень на коротке пытались действовать. Сапрыкин один на двух соперников идет. Бросок от синей линии из-под защитника. И Сапрыкин еще дважды добить успел. Последний раз практически с отрицательного угла. Но, тем не менее, слышите, как армейские болельщики реагируют на игру Сапрыкина в этом эпизоде. Не побоялся пойти один на двух соперников. И, в общем, воротам угрожал. Ну вот мы видим, когда говорим о командной скорости, мы видим, что почти все атаки армейцы успевают догнать. И даже идет, как бы казалось, 3 в 2 и буквально там 10 метров владения шайбой. И такие разобранные, отдавать некуда. Вот несколько раз пытались ярославцы оставить шайбу как бы назад, где должен бы партнер быть. Но уже он был под опекой. Не успеют ярославцы бросить. Робби Тайл за 2 секунды до истечения времени первого периода делал передачу на Алексея Яшина. Тут бы и бросить Алексею, но, видимо, не увидел он, сколько остается времени на табло. Закончен первый период. 1-0 ЦСКА впереди после первого периода. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о матче российской хоккейной суперлиги между ЦСКА и ярославским «Локомотивом». 1-0 хозяева впереди после первого периода. 9-6 преимущество армейцев по броскам в створ. Но связано это, может быть, в первую очередь с тем, что чуть больше времени в большинстве армейцы провели. Два удаления было у гостей. Однажды удалились хоккеисты ЦСКА. И одно из этих двух гостевых удалений армейцы использовали после такой не совсем хрестоматийной ситуации. В большинстве армейцы провели разящую контратаку. И Вадим Япончинцев подвел черту под усилиями партнеров. Оба нападающих первого звена, Алексей Симаков и Олег Сапрыкин, отметились голевыми передачами. И таким образом Симаков набрал 10 очко в сезоне, Сапрыкин 12, Япончинцев 11 и забросил третью шайбу. 1-0 армейцы впереди. Открывается гостевая скамейка штрафников, на которой ожидают защитника Соколова. Тут недавно обслуживал игры швейцарский арбитр. Вот в таких точно ситуациях это как минимум было или обоюдное удаление, или как бы наказывался нападающий за то, что падал умышленно абсолютно. Потому что отучили уже вообще нападающий бороться как бы за то, чтобы стоять на ногах. Падают при любой возможности. Вас, наверное, говорит бывший защитник Сергей Раевич. Нет, у меня хоккей — это мужская игра, и должны играть мужики, а не те люди, которые имитируют борьбу. Корнеев. Мощнейший бросок от синей линии. Сапрыкин вновь шикарно боролся на пятачке против двух соперников. Пытались они его там связать по рукам и ногам, но все-таки исхитрился, добавлял. Олег Сапрыкин в створ ворот не попал, но твердая пятерка ему за борьбу в этой ситуации. Может быть, с минусом, если за то, что не забил. Отличный момент. Корнеев от души приложился от синей линии. Варламов увидел шайбу, вылетающую из-за скопления игроков, сумел ее парировать. Но Сапрыкин прокатывается за воротами. И в противоход себе Япончинцеву шайбу отправляет, но через синюю линию подключает защитников.
Вадим к этой атакующей комбинации. Розин затаился в 4 метрах от ворот. Один Корнеев на синей линии. Наброс. И тут уже Симакову едва-едва не удалось переправить шайбу в ворота. Ну что, с места в карьер берут армейцы, разыгрывая свое 3-е большинство в этом матче. И угрозы тучи ходят, сгущаются над воротами, которые защищает Семен Варламов. Скугарев с Широковым и Паршином выходит на реализацию большинства. Широков в борьбе с Алексеевым все-таки шайбу... С Алексеем Васильевым, прошу прощения, все-таки шайбу упускает. 15 секунд до выхода на лед 5-го полевого игрока у Локомотива. Паршин. Поперечный перевод, но доходит шайба до Сергея Широкова, несмотря на то, что кто-то из ярославцев сумел ее зацепить. Но хороший пас зря не пропадает. Непряев принимает на себя выстрел Мишарина. И в полном составе железнодорожники. Непряев из средней зоны, Лоусон надежный. Абсолютно верное решение. Во-первых, проверил вратаря, но тут какой-никакой шанс был. А потом смену все равно нужно было делать ярославцам. И плюс вбрасывание теперь будет в зоне ЦСКА. Когда вы говорите, вот, что там так здорово ЦСКА играет в атаке в большинстве, но надо учитывать, что я не знаю, кто сейчас сильнее Ипачинцева играет вот на розыгрыше нашей лиги. Просто действительно лучший плеймейкер, мне кажется, в нашей чемпионате. Уланов и Никеенко. Так сейчас выглядит пара ярославских защитников. Но здесь идет ротация, так как 7 защитников у Локомотива заявлены на эту встречу. Кон, попадает шайба в клюшку Ирбла и от нее в заградительную сеть. Хотим мы или нет, но все равно Хекеля либо очень доверяет Яшину, либо, я не знаю почему, но Яшин выходит в 2 звеньях, играет очень много. Все равно, наверное, или, может быть, пытается вывести Яшина и функционально на тот уровень, чтобы он действительно был лидер команды. Но Яшин выходит через отрезок буквально. Да, вот сейчас в звене с Робби Тайлом Яшин выходит и Ткаченко. Ну, в этом сочетании, собственно, они и начинали эту встречу. 2 минуты 44 секунды сыграно во втором периоде. 1-0. Армейцы впереди. Ну и второй период пока проходит с их небольшим преимуществом. Правда, опять же, связано это с тем, что было удаление у железнодорожников. Скугарев со своими привычными партнерами Шишкановым и Жарковым появляется на льду. Гуськов бросал от синей линии, но Жарков принял эту шайбу на себя. Хромает, больно молодому армейскому нападающему, но нужно защищаться. И превозмогая боль, вот сейчас лишь Жарков катит к своей скамейке запасных. Паршин вместо него на льду появится. Показывал там Игорь Захаркин. Вон же калиточка открыта, но нет, Жарков через борт перелез. Сергей Карабанов, главный арбитр этого матча, был на ваших экранах. 19-11 преимущество армейцев при игре на вбрасывание. То есть 8 лишних атак красно-синие могли провести после этих единоборств. Аникеенко. Дорябева. Шайба дошла, но без скорости он там оказался. И в конце концов Васильченко настиг его силовым приемом. Позиционную оборону предпочитают играть железнодорожники на старте второго периода. Ни о каком прессинге активном в чужой зоне пока речи не идет. Немножко варьирует рисунок игры. Васильченко. Пас из-за ворот. Шишканов на пятачке ждет передачи, но пока не могут партнеры. Какое давление может на Ярославле, если они не могут пока привести как следует шайбу в зону ЦСКА? ЦСКА быстрее просто. Руденко разгоняется. Пас в край. Рябев атакует сходу, но вступает в игру Лоусон и парирует этот бросок. В
Ну вот, наконец-то, «Лада» сумела обрадовать своих собственных болельщиков. Победила она новокузнецкий «Металлург» со счетом 4-1. В матче «Торпеда» Нижний Новгород-Северсталь 2-0. После первого периода впереди нижегородцы. Ну и три матча завершились к этой минуте. «Салават Юлаев» победил «Сибирь» 7-3. «Магнитка» одолела «Витязь» 3-1. И с таким же счетом «Трактор» победил «Амур». Ну, абсолютно, вы уже сказали в первом периоде, что подарок сделали воспитанники Сергея Михалева своему главному тренеру. Действительно, от всей души мы поздравляем Сергея Михайловича Михалева, нашего, одного из ведущих наших тренеров, одного из стратегов нашего хоккея, замечательного человека. С юбилеем, 60-летием, пожелаем ему здоровья, успехов. И чтобы мечта наконец осуществилась, и команда под его руководством стала чемпионом России. Присоединяюсь к этим поздравлениям, тем более, что Сергей Михайлович настоящая находка для журналиста. Всегда дружелюбен, афористичен в своих высказываниях, и общаться с ним одно удовольствие. Ну а тем временем ярославцы пытаются как-то переломить ход этой встречи. Переместилась вроде бы на какой-то момент игра в зону ЦСКА, но опять же пока до серьезных угроз воротам Лоусона дело не доходит, а вот здесь Япончинцев на добивание едва верхний угол шайбу и не забросил. Не дадут здесь убежать Александру Галимову. Армейцы контролируют шайбу в своей зоне. Каблуков ее подхватывает, пробрасывает себе на ход, но там лайнсмен Чник, кстати, приключился на траектории движения шайбы, и атака была сорвана. Но вновь Каблуков в районе красной линии зацепляется, сумел зацепиться за шайбу. Широков тут же подоспел. И уже в чужой зоне армейцы вновь пытаются вывести ее от борта. Но вот здесь ярославцы снарядом завладели. И вот видите, Галимов катился к синей линии и затем пошел влево. Параллельно ей не ожидал его партнер этого маневра, закатился в зону раньше времени и вне игры. В высоком темпе проходит игра, и мы видим, что игроки вот и такие частые смены, потому что много, большой объем работы приходится делать. Вот мы, вы говорите, не дайте. Вот мы видим, как Рубитайл идет в зону, чтобы вот поддавить защитника, что в принципе удалось, но партнеры не помогли. Это здесь за своим забросом ярославцы пошли, а тот эпизод, на который я обращал внимание несколько минут назад, был все-таки при позиционном начале армейской атаки из-за ворот. Кон, нет, не дадут ему здесь вылезти на пятачок. Гуськов ставит корпус нападающему армейцев. Те все-таки за счет прессинга шайбу отбирают. Горбунов. Не позволили ему выкатиться на пятачок. Какой перевод Горбунов делает на Кона, а тот не ждал, похоже, этой передачи. Ну, конечно, между через трех игроков проходила шайба. Не ожидал, что дойдет до него. Яшин по воздуху вынужден выбрасывать шайбу подальше от своих ворот. Показывают линейные арбитры, что не будут они фиксировать пробросы в этой ситуации. Смена проходит в ходе матча. Скугарев с партнерами у армейцев, Шишканов коньком зацепил эту шайбу на синей линии, поэтому и здесь нет проброса. А Никеенко на коротке с Чуриловым, тот далеко от себя шайбу отпускает, и Белов спокойно действует на перехвате. Правда, развернуть контрнаступление армейцам также не удалось. Что очень много игры в средней зоне мы наблюдаем последние минутки две игрового времени. Без ворот действуют и те, и другие. Но вот арбитры решили внести свою лепту в эту игру и зафиксировали положение вне игры. Вбрасывание в средней зоне неподалеку от синей линии ярославцев. Вновь первые звенья капитанов на льду у обеих команд. Кудашов против Япончинцева. И на этот раз армейский капитан выигрывает дуэль у своего ярославского визави. Соколов шайбу укротить не сумел. Приходит она к Сапрыкину. Тот сразу на пятачок на Симакова. Япончинцев. Сапрыкин. Вот смотрите, практически стоя на месте, тем не менее, сохранил Сапрыкин какое-то время шайбу в борьбе сразу с двумя соперниками. Михнов. Бросок из-под защитника. Вылетает шайба из-под Корнеева. Но Лоусон контролировал эту ситуацию. Не стал реагировать. Видел, что она летит выше. Кудашов. И Кудашов вот просто заводит шайбу в ворота. Да,
это просто... Взяли мы паузу, потому что, в принципе, отказывались верить своим глазам. Что происходит, казалось бы, уже упустил давно Кудашов возможность для броска, а он-то взял и закатился здесь. Он просто сначала искал, видимо, кому отдать пас, потом посмотрел, что Лаусон уехал далеко из ворот. И это шедевр, действительно. Ну, смотрите, что он там сделал. Да и Зевая, представляете, его родина Клюшка застряла в воротах. Он, в принципе, должен был, обязан выбивать был шайбу. Да, это чисто при том, что великолепно сделал Кудашов, но несчастье для... Он еще от конька родины залетел, представляете? Да, немножко смазало это впечатление от гола, но тем не менее, все-таки просто... Нечто на грани фантастики совершил сейчас Алексей Кудашов. Напомнило это, знаете, что то, как он обошелся с Лоусоном, гол Малкина на чемпионате мира чехом. Только тогда Малкин прокатывался за воротами, а здесь Кудашов вылез из-за того же угла. Да, 1-1, счет сравнялся. Алексей Кудашов свою вторую шайбу в этом чемпионате забросил. 1+11. Таковы были его показатели по системе гол плюс пас. И вот вторая шайба в этом сезоне. 8 минут 23 секунды сыграно в первом периоде. 1-1. Ну, можно сказать, что Алексей Кудашов, это, вот это как раз до мозга костей командный игрок. В отличие человек, вот так, по человеческим качествам, и плюс боец, и из любой команды, которая наиграет, о нем только хорошее можно сказать. И к тому же, вот видите, великолепный хоккеист. Васильев начинает атаку своей команды. На льду ярославцев Робби Тайл с Ткаченко и Яшиным. У армейцев третье звено Горбунова на льду. Владислав Кон и Алексей Косауров в этой тройке. И вновь лайнсмены фиксируют положение вне игры, останавливая армейскую атаку к недовольству трибун. Ну вот тут вот сейчас смотрим, что... Как претензии к обоим. Думаю, что Кон все равно обязан хотя бы притормозить или клюю ногу там оставить за синей линией, чтобы не было вне игры. Ну а другой стороны, Горбунов обязан был отдать передачу, потому что на 2 метра был Кон впереди. Чурилов из Кугарев на точке вбрасывания. Очень тщательно лайнсмен готовится к этой процедуре. Скугарев выигрывает шайбу себе на ход и сразу входит в зону. Прострел на пятачок Варламов. Клюшечкой выбивает ее с пятачка, отправляя в угол площадки. Здесь борьба. Рябев выцарапывает шайбу, отбрасывает ее Жукову. И вот смотрите, армейцы как раз прессинг успевают накинуть, но здесь погорячился Антон Белов. Контратака. Бросок Чурилова из-под защитника. Парирует этот выстрел Лоусон. И такое впечатление, что показалось арбитру, что шайба в глазку, да, вот канадскому голкиперу попала. Собственно, да, так да, оно да, и так было и на было, самом да, деле. Поэтому свисток моментально последовал, хотя на добивание Рябев там ехал. Здорово работает Сергей Карабанов. Думаю, никаких вопросов к нему нет ни у одного из участников сегодняшнего матча. Кудашов выигрывает вбрасывание. Коньков! От борта в расчете на рикошет, скорее всего, едва этот рикошет не приключился. Алексей Михнов теряет равновесие, но успевает подняться, выцарапать эту шайбу и сделать передачу на партнера. Ну, Кудашов на этот раз броском отметился с короткого замаха. Шайба как-то поползла по льду в сторону Лоусона. Тот, похоже, сам ожидал мощного выстрела и поэтому так... Столкнулся с определенными трудностями, фиксируя эту шайбу. Непряев с партнерами на льду у Локомотива. Значительно в активности прибавили сейчас ярославцы. И мы видим, что последние минуты они перевели игру в зону соперника. Ну и Вячеслава Аркадьевича Быкова, наверное, не зря показывает нам режиссер трансляции. В общем, вторая 20-минутка, наверное, по сценарию Кари Хейкеля проходит. Тем более удалением в составе ЦСКА. Второй раз в этом матче хоккеисты Локомотива получают численные преимущества. А у армейцев... Илья Каблуков удален. Задержка соперника. В
на Ирглее свалил он. Ну, смотрите, сегодня на чехах в обеих командах 3 удаления из 5 заработано. 2 на коне у армейцев, и вот сейчас на Ирглее нарушил правила каблуков. Иргл, Ткаченко и Робби Тайл. Смотрите. А, Яшин на позиции защитника находится. Нет. Гуськов, Васильев. Редкий случай. Большинство без Алексея Яшина будут сейчас разыгрывать ярославцы. Робби Тайл закатывается в зону. Контролирует шайбу, собирает вокруг себя двух армейцев и делает тут же передачу на свободного партнера. Расставились ярославцы. Гуськов. Да, ну, человек, который обладает одним из мощнейших бросков лиги. И возможность для контратаки. Симаков. Забыл бросить. Алексей Кон так покатил сокрушенно на скамеечку запасных. И так шлепком пониже спины Симакова отправил защищаться, а сам сменился. Это ярославские болельщики требуют шайбу. Васильев. Вновь Лоусон в игре. И удается его партнерам выбросить шайбу подальше. Симаков как раз это делает. Но вот и Алексей сменился. Игорь Уланов шайбой в своей зоне. А Яшин выходит во второй пятерке большинства. Ну, в первом звене вместо Конькова. Этот маневр Кари Хейкеля мы уже имели возможность наблюдать в первом периоде. Михнов себе на ход, но опережает его Корнеев и спокойненько через борт шайбу выбрасывает. Но вот видите, стараются побыстрее ярославцы вернуть ее в зону. Яшин. И положение вне игры. А вновь фиксируют арбитры. Чувствуется огромное желание у Алексея Яшина. И вот ту игру, которую мы Дима, показывали в матче с Акбарсом, тоже он там буквально все делал для того, чтобы более эффективно выглядеть. Да, но там отчаянно не везло в том поединке с Акбарсом Алексею Яшину. То партнеры не видели, то броски не получались. Ну и закончилось все тем, что на последней секунде выкатился Алексей на пустые ворота и не сумел забить. Бросить. Тем временем 6 секунд остается до появления на льду 5-го армейского игрока. Будет еще бросок. Это Игорь Уланов разрядил свою пушку от синей линии. Но опять же, Лоусон все видел и очень спокойно эту шайбу забрал. Через секунду Каблуков присоединится. Да нет, не к своим партнерам. Кон и Горбунов появляются на льду, а соответственно... Косауров там уже на изготовке и предстоит увлекательное путешествие на скамейку запасных. Если шайба будет, конечно, выиграна армейцами. Но вот все-таки остается пока на льду. Абсолютно правильно, он обязан тактически сразу бежать, помогать своим партнерам, а не бежать на смену. Руденко пошел в обыгрыш, но там очень четко против него отзащищался Андрей Шефер. Аникеенко с шайбой. Чурилов. Попытка бросить из-под защитника. Но вновь Шефер. Очень четко исполняет свои оборонительные обязанности. В конек. После броска Чурилова ему шайба попала. Кон на острие контратаки. Пас под бросок. И не попадает в ближнюю девятку Горбунов. Очень неплохо Владислав Кон выкатил ему шайбу под бросок. Абсолютно правильно по логике. Атаковал Горбунов в этом эпизоде сходу, не давая возможности Варламову переместиться и занять позицию. Но не попал, бывает. Тем не менее, эпизод очень яркий и динамичный получился. И удаление еще одного ТСКа. Там как бы посчитал в предыдущем эпизоде, что не нарушали армейцы правила, а здесь в углу уже. То есть задержка Сергея Широков на 2 минуты. За подножку даже показывает Сергей Карабанов. Сергей Широков занимает место в штрафном боксе. И вот сравнялись соперники по количеству удалений в этом матче. Вот повтор нарушения Сергея Широкова. Десятая минута штрафа у него в этом сезоне. Ну и что здесь? У железнодорожников та же самая история. Робби Тайл, Ткаченко, Иргл. Ну и надо понимать, что вместе с Кудашовым и Михновым
во второй пятерке большинства появится на льду Алексей Яшин. Гуськов, Васильев, пара защитников у ярославцев. У армейцев защищается Япончинцев Сапрыкин и первая пара защитников Корнеев Розин. Но вот сейчас смена идет. Симаков Кон, Васильченко Белов появляются на льду у хоккеистов ЦСКА. Вообще очень непросто против Лоусона играть. Он вот как бы вратарь. У нас вот и нет практически канадцев таких вот габаритных и в такой манере играющих. Вот вратарей имеется в виду. Очень большой. Грамотно выкатывается, и практически вот он ее именно закрывает, в общем-то, большую часть своих ворот. Этот, ну, в стиле вот он в Бродо играет, Джигерен, с которым практически очень редко оказывается так, что его он находится вне ворот. Он далеко, вот при бросках только при дальних выходит. Здесь он закрывает большую часть ворот. Ну вот и сейчас продемонстрировал он во всей красе. Намертво закрыл свой домик. Лоусон не позволил своему соотечественнику Робби Тайлу пробить себя в ближнем бою. Симаков убежит в контратаку. Не просто один. Алексей сбрасывает у себя со спины Гуськова. Делал передачу на Кона, который открывался на противоположном фланге, но не прошла. И смотрите, Михнова, Симаков остановил, там разница в габаритах потрясающая была, в буквальном смысле в живот. Во время этого силового приема Симаков дышал Михнову, но сделал главное. Остановил соперника, который владел шайбой, не позволил вкатиться в свою зону и с чувством выполненного долга сменился. Алексей Яшин себе на ход, Куляш там будет первым у борта. И мощным броском разряжает Денис обстановку у своих ворот. Вновь Яшин подхватывает шайбу у своих ворот. Будет самостоятельно Алексей входить. Входит и попытка бросить низом. Такой коварный бросок, почти без замаха. Но опять же Лоусон ситуацию контролировал. Но опять же лучше всего манеру игры этого канадского голкипера, вернее его способности, надежно характеризует тот факт, на какие ухищрения пришлось пойти Алексею Кудашову, чтобы зажечь красный свет за его воротами. В полном составе армейцы. Михнов борется за воротами с двумя соперниками. И Куляш забирает шайбу после силового приема, который применил Скугарев. Контратака ЦСКА заканчивается броском по воротам. И Варламов в очередной раз вступает в игру. 12 бросков было сделано по его воротам, 11 Семен отразил. Ну, во втором периоде, безусловно, ярославцы перебросали армейцев. И вот можно отметить, что Яшин входил в зону, все-таки он и паузы делал, и обыгрывал. И, наверное, все-таки он ждал, что партнеры будут бежать со всех ног на добивание. А, ну, там ни Кудашов, ни Михнов в этот момент не настроены чисто вот помогать ему. Звено Каблукова на льду. У армейцев Широков на Паршина, но там Руденко и Чурилов были внимательны. Ожидали они подобного развития событий, поэтому шайбу перехватили после передачи Широкова. Паршин нарезает круги в средней зоне. Пытались там против него силовой прием применить, но там Чурилов сам едва не получил травму в столкновении с бортом. Жуков на Чурилова. Вот оригинально через спину пытался отдать фланг, передачу на фланг Рябеву, но не прошел этот номер, и армейцы ошибаются. И при входе в зону проброс фиксирует арбитр и вбрасывание у ворот Томаса Лоусона. Безусловно, неточная передача. И вот сколько вот таких потерь шайбы обидных. Контратака хорошая, но чуть точнее, да, и голевой момент. А тут проброс еще, вбрасывание в собственной зоне. Непряев против Япончинцева. На точке вбрасывания выигрывают его ярославцы. Непряев. Как здорово там придумывал Иван. Висел у него на плечах защитник, но тем не менее развернулся и пытался сделать передачу на пятачок. Иван Непряев в этом эпизоде. Вновь армейцы предпочитают проброситься. Мы видим, что ЦСКА вот у себя в зоне играет каждый с каждым. И нет свободных игроков. Если один в один не можешь обыграть, то передачу ну, некому дать. Даже вот сейчас Непряев придумал хорошую передачу, но все равно партнер был под опекой.
На этот раз Непряев против Горбунова оказывается на точке вбрасывания. Вновь в нелегкой борьбе ярославцы это единоборство выигрывают. Галимов оставляет шайбу Ари Валину. И доходит шайба до Дениса Соколова. Тот стреляет от синей линии, но... Опять же, отличиться ему не удается. И третий подряд проброс, ну, буквально за 30 секунд игрового времени в исполнении красно-синих. Мы видим, что все равно вот ярославцы во втором периоде все равно свою волю смогли навязать ЦСКА. И постепенно перенесли игру туда. И давление такое, что вот правильно скажу, третий проброс вынужден делать армейцы, чтобы разрядить обстановку. Но не нравится активно Вячеславу Быкову подобное течение матча, несмотря на то, что вот его звенья там буквально по 10 секунд на площадке проводили, меняет он, выпускает Япончинцева с партнерами в надежде на то, что удастся этому сочетанию как-то отодвинуть игру от своих ворот и придумать что-то впереди. Ну, пока вот у ЦСКА нет их фирменных контратак. Она очень скоростная команда, мы уже отмечали. Но и почти в каждой игре у них там 2 в 1, 1 в 1 убегает. А сегодня пока не было ничего подобного. Вот только гол когда забили. Ну и то там армейцы имели численное преимущество и воспользовались ошибкой соперника. Тактической ошибкой, да, что-то вместо броска по воротам, надежности, передачу назад сделал Галимов и поехал в контратаку на собственный ворот. Да, по существу в контратаку армейцам была эта передача. Вот Розин решил попытать счастье в роли созидателя, не позволили ему сделать передачу. Там хорошо Корнеев своего партнера подстраховал, и обреза не случилось. Гуськов, смотрите, как глубоко Корнеев навязывает борьбу ярославскому защитнику. Ткаченко. Рядом Робитайл, но Ткаченко принимает решение сделать диагональный перевод. Симаков хорошо шайбу сумел коньком задеть, без клюшки, тем более Симаков оказывался в этом эпизоде. А пройди эта передача, и Гуськов там со своим щелчком был уже тут как тут. У Гуськова, кстати, тоже в этом чемпионате 3 заброшенных шайбы на счету уже есть, но вообще довольно результативный. Очень результативный, один из тех, кто каждый сезон забивает во многом. Ну вот, в частности, в прошлом году Александр Гуськов 18 шайб наколотил. Я же говорю, ну, в принципе, как раз и один из тех защитников, которые именно бросками от синей линии вот эту результативность имеют. Ошибается Антон Белов. Сергей Коньков, воспользовавшись тем, что лицом он к шайбе находился, в конце концов ее выиграл. Вот к разговору как раз о техническом мастерстве. Тихонько на ход, буквально кинь, сейчас шайба Владимир Жарков. И Шишканов проваливался, да, один на один. Вот не надо было в клюшку-то, просто на ход подкидку, все. Ну и расстроен Жарков. Так, с досады ударил он клюшкой о борт. Ну, видите, вот у защитников так, нападающих так незаметно их ошибки. Вот, а это грубейшая практически ошибка. Если защитник ошибся, ну, да, в передаче тут уже сразу это видно. А тут, ну, не получился выход один на один, и все. Не Аникеенко это был, прошу прощения. Нет, Аникеенко действительно атаковал от синей линии. Вновь Лоусон вступил в игру. Шестером почему-то армейцы собирались сейчас действовать в этом эпизоде. Но Сергей Карабанов быстренько сосчитал игроков и отправил лишнего со льда. Это Горбунов им оказался. Руденко. Входит в зону Константин. Но не Чурилову, похоже, адресована была эта передача. По-моему, Жукова на синей линии искал Руденко этим пасом. Вновь Чурилов в углу. Руденко. Это никак шайбу от борта отклеить ярославцы не могут. Вырваться на чистый лед не получается. Но вот сейчас Рябеву это удается сделать. Вновь Руденко. Здесь Жукову очень непросто было шайбу укрощать. Прыгала она еще от борта. Такой неожиданный отскок получился. Но поймал в руку, бросил себе под ноги. Ярославский защитник. Последняя минута второго периода идет.
Ярославцы предложили сопернику в этой 20-минутке изнурительную борьбу за территорию и за инициативу и преуспели. Но опять же, отличиться сумели они лишь однажды, но что касается ЦСКА, то красно-синим не удалось сделать и этого. 1-1 у нас на табло, и похоже, все решится в третьем периоде в этой по-любому встрече. Даже если кто-то забьет, это не будет решающий момент. Вновь ярославцы выигрывают в брасуне, но вот должны они подравняться с красно-синими по итогам второго периода, потому как и в этом компоненте, ну вот даже последние 5 единоборств, по-моему, ярославцы выиграли, едва ли не подряд. Кон не сумел шайбу укротить, и вот ошибка, и исправляет ошибку партнера Аривалин. Успел он поставить корпус на пути следования армейского нападающего и не позволил тому вывалиться на позицию для броска. 10 секунд до конца второго периода. Валин просил передачу, но чуть раньше нужно было ему сделать, чтобы успел он отметиться броском по воротам. Ну и смотрите, сирена, как и в первом периоде, застает ярославцев в атаке. 1-1 у нас на табло и перерыв. Полминуты остается до начала третьего периода матча Российской хоккейной суперлиги между ЦСКА и Локомотивом. 1-1. Ничья пока у нас в этом матче. Второй период Паш прошел с преимуществом железнодорожников, несмотря на то, что в самом начале второй 20-минутки было удаление в составе ярославцев. Но отстояв свои ворота в эти две минуты, ярославцы медленно, наверное, перевели игру к воротам соперника, давили, отвоевывали территорию. И в конце концов гол-шедевр забил Алексей Кудашов. Счет сравнялся, и армейцы, честно говоря, не сумели ничего сопернику противопоставить. Во второй половине, второй 20-минутки, какое-то невообразимое количество пробросов в исполнении красно-синих мы увидели. Но посмотрим, как-то будут развиваться события в третьем игровом отрезке этого матча. Первые звенья команд на льду. Тройка Кудашова против звена Вадима Япончинцева. И Корнеев торопится к шайбе в углу площадки. Через борт пытался ее выбросить, не получилось это сделать. Соколов играл высоко поднятой клюшкой, и Сергей Карабанов четко это нарушение зафиксировал и вынес бросание в среднюю зону. Мы видим, что Ярослав даже против первого звена ЦСКА играет очень активно. И даже удивительно, обычно как бы армейцы легко с этим разбирается, но сейчас вот ничего не получается пока. Ткаченко, Робитайл, Яшин на площадке у ярославцев. Тройка Скугарева на льду у ЦСКА, Жарков и Шишканов вместе с 75-м номером армейцев выступают. Шишканов забрасывал шайбу. Был у этого звена момент во втором периоде. Нужно было Жаркову лишь исполнить передачу, и Шишканов убежал бы один на один. Но не получилось этого сделать. Досадовал молодой армейский нападающий на свою оплошность. Но здесь, что уже, заиграно, а бельем поросло. Антон Белов закатывается за ворота. Третье звенья команд появляется на льду. У армейцев это тройка Владимира Горбунова. 16-й номер, 71-й Кон, 25-й Косауров. У ярославцев это Иван Непряев с Ирглом и Галимовым. 22-й и 11-й номера, соответственно, у крайних нападающих этого ярославского звена. Непряев падает. Зацепился за его ногу Владимир Горбунов. Так расстроился немного, проезжая мимо Непряева, так отпихнул своего оппонента. Там Непряев хотел целый прием применить и подскользнулся. И мог еще в этот момент даже Горбунову травму нанести, потому что там резко так подъехал под него. Ну и четвертые тройки нападений появляются на льду. Константин Руденко, Чурилов, Рябев у гостей. 34-й, 21-й, 14-й номера. Ну и у армейцев тройка Ильи Каблукова, 29-й, Денис Паршин, 27-й и Сергей Широков, 52-й. Руденко. Пас на синюю линию. И Гуськов вновь разряжает свою пушку. И вновь Лоусон выкатывается из ворот. Все ему прекрасно было видно. И справился. Даже удивительно, насколько легко он поймал.
Правда, и бросок у Гуськова не получился как следует, как бы он хотел. Каблуков выигрывает на этот раз вбрасывание у Чурилова. И вновь проброс у армейцев. Даже удивительно, что, в принципе, Мишарин еще никто не атаковал. И можно было, ну, более разумно сыграть. А тут сразу выбросил шайбу. Это сколько будем пробовать, как здорово на вбрасывание играет. Сейчас может контратак получиться, но мы видим, что не побежал помогать Мишарин. Паршин по правому флангу входит. Прострел вдоль ворот, не успевает к нему Каблуков. И контратака гостей. Руденко. Сейчас у Рябьева была возможность сделать передачу налево, и было бы очень остро, но никак он не мог освободить руки вот от, как бы от зацепов и сделать эту передачу. Пришлось самому входить на потерю. Смену в ходе матча проводят обе команды. Здесь ярославцам армейцев не удастся на этой смене поймать, так как армейская скамейка ближе сейчас к воротам, которые защищает Лоусон, находится. И шайба была у ярославцев, поэтому они менялись очень разумно. Ну, в общем, здесь ярославцы-то особо и не настаивали на том, чтобы контратаковать момент смены. А вот сейчас удаление будет в составе ЦСКА. За подножку Вадим Епанчинцев отправляется на 2 минуты на скамеечку штрафников. И Ярославль получает в четвертый раз по ходу этого матча численное преимущество. Звено Кудашова остается его реализовывать. И Соколов-Уланов. Первая пара защитников. Кудашов выцарапывает шайбу у соперника. Соколов бросать не рискнул, ну и не было в этом никакой необходимости. Расставились ярославцы в зоне. Яшин на дальней штанге. И вот сейчас ему адресовывалась эта передача, но там опять же Корнеев был очень внимателен. Он просто ждал эту передачу буквально там. Концентрировался на Яшине. Ну здесь не нужно быть, наверное, семи пядей во лбу, чтобы понимать, если уж Яшин находится у ворот же. Передача, скорее всего, последует ему. Ну, в принципе, в первом периоде они по-другому играли. Ясен вот на точке вбрасывания был. И туда передачу, в принципе, легче сделать. И отсюда завершать, ну, проще было. А там в этом эпизоде очень здорово Сапрыкин защищался против него, занимая позицию между Яшиным и защитником. И практически один выключал двух хоккеистов из розыгрыша этого большинства. Но если не выключал абсолютно, то, по крайней мере, на бросок сходу рассчитывать они не могли. Ни защитник, ни Яшин в этом эпизоде. И поэтому, может быть, переместился Алексей. Ткаченко завозит шайбу в зону. Тут же Робитайл приходит ему на помощь. Активная борьба в углу площадки. Ткаченко шайбу выцарапывает. Не зафиксировал нарушение. И вот сейчас Лоусон опять же срывает аплодисменты трибун. Вот сейчас стоял как стена. Вот буквально все закрыло, и даже щелочь не было. Казалось бы, что верхний ближний угол был, но туда попасть было нереально. Да, частенько в подобных эпизодах голкиперы начинают гадать, начинают садиться на колени. Лоусон стоял до конца, и поэтому бросок Робитайла верхом-то как раз, собственно, и выловил. Вот видите, очень спокойно и надежно действовал армейский голкипер, хотя, в общем, у Робитайла позиция для броска была лучше не придумаешь. Но это Кудашов появляется с партнерами на реализацию большинства. Михнов и Яшин из для профилактики. Шефер так после того, как Лоусон поймал шайбу, пихнул в грудь Алексея Михнова, давая понять, что нечего тому делать на пятачке после остановки игры. Да, вот мне кажется, чтобы Лоусон забить, надо что-то нестандартно действовать или передать. Ну, как бы не так здорово. Прямые броски он просто отдыхает. Кудашов подключает к этой атаке защитника. В Михнова шайба попадает после броска Аривалина. Яшин. Не получается передача у Алексея, но и контратаку у армейцев не получится. Но здесь, в общем, и цели такой не стояло. Горбунов развернулся, да и выбросил шайбу в противоположный угол, где никого из ярославцев не было. Ну и Кон, который находился рядом, этот маневр своего партнера одобрил. Показал ему большой палец и покатился на смену. Иргал.
перекрыты все нападающие, значит, к синей линии нужно делать передачу, а Никеенко выше ворот. В полном составе армейцы, и есть возможность убежать. Япончинцев появляется на льду, выходит в центр. Разъезжаются крайние нападающие, но вернулись уже ярославцы. Атака сходу не получилась. Сапрыкин. Мощный выстрел Варламов на чеку. Мы, помните, отмечали еще в самый первый матч ЦСКА, что Сапрыкин, видимо, будет биться за первое место по количеству бросков. И он в каждой игре огромный. Ну и после двух периодов очень этого матча Олег Сапрыкин в числе самых агрессивных хоккеистов. 4 броска было на его счету. Как и у ярославца Кудашова, кстати. Иргл из-под Сапрыкина успел сделать передачу, но, опять же, завершил свой маневр до конца Олег и впечатал соперника в борт. Гуськов за воротами. Каблуков с партнерами появляется на льду у армейцев. Рябев перехватывает Каблуков. Паршин, прошу прощения, эту передачу. Заброс через лицевой борт, и там Варламов, смотрите, шайбу укротить не сумел. Выпала она на клюшку кому-то из армейцев. Паршин с острого угла до Варламова, шайба не доходит. Попытка перевода, но там только Рябев. И вынуждены армейцы уступить. Ну что же, в третьем периоде вновь обе команды включились. Обе команды пытаются друг другу навязать свою волю. Но вот начинают уже убегать в контратаке армейцы. Может быть, пока не удается им создать численное преимущество в этих быстрых контратаках, но, тем не менее, рисунок игры довольно симпатичный вырисовывается у нас в эти 6 минут 26 секунд третьего периода. Ну а в Нижнем Новгороде торпеда продолжает дефрагментировать «Северсталь» 4-0 там после двух периодов. Это «Северсталь», которая второе место занимала в лиге по наименьшему количеству пропущенных шайб. Уже 4 за 2 периода. Но торпедовцы вообще в последних турах как на качелях качаются. То 6-0 проигрывают, то 6-1 выигрывают, то 1-6 проигрывают. Но вот сегодня нечто похожее собираются они исполнить. Скакивают болельщики на ноги, готовясь отмечать успех. А нет, Жарков в ворота не попадает. Кудашов. Метновы увезли с пятачка, и есть возможность у армейцев убежать в контратаку. Скугарев на противоположный фланг Шишканову, до того шайбы не доходит, и вне игры фиксируют арбитры. Последние 3 отрезка прибавил ЦСКА, и уже все больше острых моментов у ворот под мотивом. Ну вот здесь Жарков подставлял клюшку и пытаясь очень технично в противоход голкиперу посылал эту шайбу, но Варламов каким-то чудом свою команду выручил в этом эпизоде. Горбунов с партнерами на льду у ЦСКА против тройки Рэнди Робитайла у железнодорожников. Проброс фиксирует арбитр, и вбрасывание будет у ворот Семена Варламова. По ходу этой встречи случаются такие отрезки, когда очень ненадолго запускается секундомер, следуют пробросы, потери, залезают в офсайд нападающие обеих команд. Трудно сказать, с чем связана такая цикличность, но вот обычно так минутик 8 это происходит, и хоккеисты паузу небольшую берут. Косауров пытался убежать, выловил его там у борта Гуськов, шайбу отнял. И вот уже железнодорожники в атаке. Очень неплохо Ткаченко уходил от целого приема в центр, бросил, но клюшка у него сломалась. Кон. Там как раз он и попал на силовой прием, потому что защитник ждал, что он сейчас в центр резко пойдет. И к тому же действительно еще клюшка сломалась, и контратак получился у ЦСКА. И Панчинцев появляется на льду, тут же так... Профилактический силовой прием против Яшина у скамейки запасных ярославцев Вадим проводит. И вынудил Яшина просто поехать на замену. Мощный бросок Ивана Непряева в створ. Тому попасть не удалось. Мешают обломки. Клюшки Ивана Ткаченко, и Корнеев их так в угол загоняет, чтобы не очень им мешали. Сапрыкин! Очередной выстрел в его исполнении, вновь не без труда. Варламов разряжает обстановку у своих ворот.
Вообще, вы знаете, вроде нет такого могучего замаха у Сапрыкина, но шайба словно из прощи вылетает из-под его клюшки. С броском все в полном порядке. Мы как раз и говорим, это один из козырей Олега, и мы прошлый, и помню, когда он приезжал в локаут, и что и по 5 шайб за игру забивал, и вот его стиль как раз именно, он один из немногих наших российских кистов, которые там вот именно так, в таком агрессивном стиле. Есть момент для броска, бросок. Обычно там, ну, россияне отличались тем, что это как раз хороший распасовщик и здорово читающий игру, в пас играющий, а здесь Сапрыкин нетипичный, так как бы, наш форвард. Потолкали здесь Галимов с Сапрыкиным, уже после свистка выпустили пар. Вадим Япончинцев имел сейчас беседу с Сергеем Карабановым. Он просил арбитра не терять концентрацию в эти концовки третьего периода. Ну и сменился Каблуков. С партнерами остался на льду у армейцев. Четвертый пятерки команд на площадке. Куляш, Мишарин, пара армейских защитников. И Куляш сейчас очень здорово своего партнера подстраховал. Вроде бы от Мишарина Ткаченко уже уходил. Денис сместился в центр зоны и опять же чистенько клюшкой шайбу соперника отобрал. Мишарин через борт. Безадресная передача получается. Но там Паршин включает пятую передачу, навязывает борьбу у лицевого борта и выигрывает шайбу для своей команды. Широков теперь пытается оторваться от Гуськова, подключает к атаке Мишарина, тот за воротами. Широков поехал страховать своего левого защитника. Куляш закрывает зону и выстрел Дениса, несмотря на то, что, по-моему, там Бруденко сблокировал этот бросок. Шайба до Семена Варламова все-таки долетела. Близится к своему экватору заключительная 20-минутка. 1-1 по-прежнему на табло, но победитель в этой встрече будет определенно в любом случае. Не в основное время, так в дополнительное или в серии буллитов. Так, напряжение все больше и больше возрастает, и все как бы давит это на игроков обеих команд, и все... Давит это упрощает они игру, мы видим. Давит это не только на игроков команд, но и на зрителей. Обратите внимание, какая такая напряженная тишина повисает под сводами ледового дворца спорта ЦСКА. Вот сейчас вот так оживился вроде бы фанатский сектор, а остальные напряженно смотрят на площадку. Что же там произойдет? А там происходит контратака Локомотива. Коньков. Попытка бросить из-под защитника. Белов очень грамотно расположился и принял эту шайбу на себя. Ну, мы видим, что вот очень грамотно он как раз клюшку выставил вперед и блокировал бросок. И не дал обыграть себя. Вот многие вот сейчас как раз Гуськова вот как бы играл против Гуськова Широкова. У Гуськова клюшка была все время наверху. И выбить невозможно было. Поэтому столько усилий понадобилось, чтобы там хоть как-то мешать Широкову. Звено Горбунова у армейцев на площадке. Шефер в очередной раз. Очень неброско внешне играет Андрей Шефер, 81 номер армейцев, но как-то очень часто оказывается он в нужный момент в нужном месте и очень экономно расходует свои движения. Нужно сыграть в корпус без излишней жесткости. Ставит плечо, останавливает продвижение соперника и все, шайба отобрана. Но вот сейчас Шефер защищается, дает возможность Ткаченко сделать передачу на Рэнди Робитайло. Тот пытался на пятачок Яшину. Я же успел поймать, но не успел добить. В принципе, наверное, может быть, им пропустить надо было. Там Галимов уже был. Сапрыкин в своей зоне, в чужой зоне, прошу прощения, вел борьбу за шайбу. Розин уже за своими воротами. Меньше 8 минут до конца третьего периода этой встречи. Но вот несмотря на то, что упрощают игру соперники, да, но тем не менее, и ярославцы, и армейцы при первой возможности стараются организовывать атаки на ворота друг друга. И когда мы говорим о том, что соперники упрощают игру, сводят риск к минимуму. В очередной раз
зафиксирован офсайд в ходе в этой встречи. Судьи очень жестко вот эти моменты судят, и как бы они все время перестраховываются. Даже ну, вот сейчас увидим. Да, реально было вне игры, конечно. Вот, а моменты почему возник, что вне игры? Не подними ногу, и было бы все правильно. Как бы нога была за синей линией, вне игры бы не было. Поэтому какие претензии к судьям? Но вот это очень жестко тут. Ну и тем более, что, в общем, по ходу всего матча лайнсмены работают именно в этой манере, не отступая от нее ни на шаг. И уже, в принципе, у хоккеистов было время на то, чтобы привыкнуть к подобной манере и действительно страховаться при входе в зону. Так что к линейным арбитрам, в общем, никаких вопросов не возникает по ходу этого матча. Еще раз представим их. Виктор Бирин, Алексей Медведев. Страна должна знать своих героев по именам. Широкого за подножку Сергей Карабанов изгоняет со льда. На его, в принципе, взгляд, он при приеме шайба атаковал. Вот сейчас на повторе посмотрим. Мне показалось, не было там как бы. Ну, давайте. Сложно его сказать, конечно. Прямо въехал он в нападающего. Ну, вы знаете, колено все-таки Сергея Широкого на пути движения Рябьева там присутствовало. Согласимся, главное. Тем более арбитр здесь нам. Ну, вот видите, даже арбитр был рядом. ЦСКА тоже не согласен, потому что, ну, в общем, прием атаковал. А там вот буквально стоит наклонить корпус, и кажется, что да, тебя там ловит надо. Ну, ЦСКА надо выстоять сейчас. Сергей Быков, о, прошу прощения, Вячеслав Быков, конечно же, Сергея Карабанова награждает ироничными аплодисментами. Япончинцев, Сапрыкин, Корнеев, Розин защищаются у ЦСКА. У ярославцев Михнов, Кудашов, Яшин, Уланов и Соколов. Япончинцев, Соколова вбивает в борт. Надеется Вадим эмоции своим партнерам на это меньшинство подарить. Здесь и Корнеев Михнова колотит уже на противоположном конце площадки. И шайба до Михнова на пятачок не доходит, а Сапрыкин, нет, не успеет, конечно же. Олег Варламов хладнокровно играет клюшкой. Яшин завозит шайбу, и увлеклись армейцы борьбой с ним. И вот это да. Как сейчас шайба не залетела в армейские ворота, непонятно. Мы говорили, что когда-то повезло от Кудашова, даже тогда не залетала шайба от конька Родина. А сейчас 100% ситуации попал в шайбу. Залетело. И вот только сейчас Кудашов поднимается с колена. Ну, такое изваяние он превратился на какое-то время. Недоумевает капитан ярославской команды. 100% момент. Вот мы давайте смотреть повтор. Михнов все здесь делал для своего партнера, то, о чем вы говорили. Да, растащили как раз Лоуса на передаче. Ну, тут да, но тут перед этим неправильно сыграли армейские защитники, потому что, ну, счет они решили, что надо в меньшинстве играть сверхжестко, и вдвоем пошли бить Яшина. Он отдал передачу Михнову, и мы видели, что 3 в 1 буквально вышли. Сейчас ЦСКА повезло. Минуту еще красно-синим нужно выстоять в меньшинстве. Робби Тайл, Ткаченко, Иргл. У ярославцев пытаются использовать большинство. Кон и Симаков. Владислав Кон очень много сегодня играет в меньшинстве. И здорово играет, как и Алексей Симаков. Кон, между прочим, он такой нетипичный чех. Он не такой скоростной, но очень хитрый. И он пришел с Кодоров, безусловно, в ЦСКА. Ну и вот Кон сейчас Яшина обокрал на синей линии. Вся скамейка запасных ЦСКА требует удалить Алексея Яшина, так как показалось им, что руками себе Яшин помогал остановить чешского нападающего. Но Сергей Карабанов невозмутим. 5 секунд тем временем остается до выхода на лед Широкого. Ну что же, ярославцы упустили возможность склонить чашу весов на свою сторону. И думается, сейчас армейцы получат необходимый импульс. Выстояли они в очень непростой ситуации. Простили их ярославцы. И сейчас нужно подтверждать ту самую мудрость игровых видов спорта, когда не забиваешь ты,
должны забить тебе. Мы посмотрим, как это получится. Широков остается на льду. Его партнеры Каблуков и Паршин на нем появляются. Мишарин, Куляш, пара защитников. Вот здесь любопытно сформировалась эта пара. Ведь Мишарин в свое время пришел в ЦСКА в обмен на Кулеша. Ну вот и Денис вернулся теперь. Даже не в обмен, а ЦСКА получил за Кулеша компенсацию, правда, на один сезон в лице Ждана и Мишарина. И оба ушли по окончании сезона. Мишарин, у него был контракт еще с Динамо, он вернулся туда. Теперь оба поняли, что, наверное, им было комфортнее играть в ЦСКА. И играет ЦСКА. Ну вот звено Каблукова пыталось позиционную атаку провести, но ярославцы там своих оппонентов развезли по углам и шайбу отняли. Но вот здесь Каблуков валит Непряева, а Лоусон в очередной раз выручает свою команду против броска Иргла. И есть возможность для контратаки. Паршин. И мне показалось, чисто выбил шайбу защитник. Ну, сейчас недовольны все. Ярославцы недовольны тем, что будет удаление, а болельщики, по-моему, недовольны тем, что Гулит не назначает Сергей Карабанов. Вообще любопытный момент. Если человека сбивали при таком выходе один на один, очевиден Гулит. Но Виталий Аникеенко занимает место на скамеечке штрафников. А вот, собственно, как развивались эти события. Посмотрим. Чисто выбил шайбу. Ну, может быть, не было здесь чистого выхода один на один. Все-таки слева Аникеенко партнер сохранял. Ну, с другой стороны, все равно это удаление предполагалось, честно скажем. Не конкретно вот это, а вообще... По логике. По логике, да. Ну что же, 3:40 до конца основного времени этого матча. Минуту 55 армейцы проведут в большинстве. Ну вот, Северсталь очнулась от транса в Нижнем Новгороде. 4-2. Сумели череповчане сократить свое отставание в счете от хозяев. Но все-таки многовато. 0-4 это тяжело отыгрывать. Ну а у армейцев звено Япончинцева и Корнеев Родин. Первая пара защитников на розыгрыше большинства. Сапрыкин баражирует на пятачке. Внимательно смотрит себе под ноги, чтобы не оказаться в площади ворот. Япончинцев. Вот уже куда поднялся Сапрыкин на позицию защитника. Но опять же, с его броском грех. С его броском он и будет бросать сейчас. Бросок следует Симакову. Не дают сыграть на добивание. Очень здорово армейцы разобрались на подборе. Япончинцев сразу откатился под передачу от синей линии. Получил ее. И Корнеев, которому отскакивала она к синей линии, уже имел адресата для этой передачи. Япончинцев. Ай, не попадает Вадим Створ. Но Сапрыкин отрабатывает и закрывает зону, настигая шайбу у синей линии, не позволяя ей выйти в среднюю зону. Розин теперь столбит в этой расстановке. Корнеев и Сапрыкин на синей линии. Подключается Корнеев. Выкатывается Варламов и, по-моему, своего партнера. Угодил Константин Корнеев в этом эпизоде. Ярославцы шайбой завладевают. И удается ее выбросить из своей зоны Денису Соколову. Япончинцев. Симаков за воротами. Мишарин подключался, но здесь неудобно было ему бросать. Контратака ярославцев. Галимов. Вновь не очень, на мой взгляд, логичная передача в исполнении Галимова была здесь. Но он надеется, что пас все-таки пройдет и подставит клюшку его партнера. Сапрыкин. Входит в зону по правому флангу. Передача на дальнюю штангу. Скугарев туда не успевает. Сходу Мишарин и Куляш. Но в конек. Ну вот здесь-то совершенно правильно атаковал Денис. Но там Галимов успел оказаться на пути шайбы. И от его конька пошла она в сторону. Меньше 2 минут до конца основного времени этого матча. Добавляют команды в скорости. В концовке Михнов. Белов против него защищается.
Видите, вот мы по последним минутам видим, что ничья не устроит. Вот, ну, хотя в основное время ни тех, ни других. И никто не отбрасывается, все равно пытается что-то создать и забросить все-таки в конце шайбу. Васильев. Могучий бросок от красной линии. Лоусон. Ой-ой-ой. Лоусон. Опять доселе безупречный. Здесь подарил шайбу. Отбил ее по центру. И перекладина сейчас сыграла за канадского голкипера ЦСКА. Да и Сергей Коньков просто разочарован. Опять Кудашов, посмотрите, как великолепно действовал. Вот бросок. Ну, скачет шайба немножко, да, перекладину. И весь угол был свободен. Да, дважды в концовке этого матча ярославцы могли забросить вторую шайбу. Но вот насколько прогневят они хоккейного бога этими двумя своими промахами, покажет, видимо, дополнительное время. Корнеев. Кон. Перевод на Косаурова. До того шайба не доходит. И уже Яшин. Внимательно против Алексея. Ткаченко бросает с левой от Лоусона штангой. Шайба разминулась после броска 17 номера ярославской команды. Ну что же, концовку на заглядение провели соперники. Очень живой и скоростной хоккей мы с вами наблюдали. Ну, ярославцы были чуть-чуть ближе к успеху, однако в основное время шайбу забросить им не удалось, и нас с вами ожидает дополнительная пятиминутка. 1-1 после основного времени в матче ЦСКА Локомотив. Ну что же, железнодорожники второй раз в этом чемпионате будут выяснять победителя в своем матче в дополнительное время. Не преуспели они в этом. В прошлый раз проиграли. Что касается ЦСКА, то одна победа в дополнительное время и одно поражение. Кажется, по булитам, точно не скажу, врать не буду. Но по одному очку команду уже заработали. И сейчас будут они бороться за бонусные. Вы знаете, вот судя по тому, что видели мы с вами последние минут 6 этого поединка, нас ждет очень интересный овертайм, в котором соперники будут искать счастье у чужих ворот. Вряд ли будут терпеть они до булитов. Ну и смотрим мы повторы того, как забрасывали шайбы в этой встрече. Комбинация Сапрыкин-Симаков-Япончинцев заканчивается безупречным броском армейского капитана. Ну, кстати, заметьте, обе шайбы сегодня капитана команд забросили. Ну, Япончинцев и Кудашов отличились. Ну и вот гол-шедевр Алексея Кудашова. Да, смазало несколько ощущения от него то, что залетела шайба от конька Розина. Но, тем не менее, вот этот финт Алексея, которым уложил он на лед сначала защитника, а затем и вратаря, выбросил буквально из ворот, заслуживают восхищения. Два роскошнейших гола мы увидели с вами в этой встрече. Ну и еще 5 минут хоккея в формате 4-4 нас ожидает. Сколько раз показали, как Алексей забивает. И сегодня он, ну, безусловно, я не знаю, при случае у игрока, конечно, ему отдавать надо было бы. Но тут специальная комиссия, они решают. Все готово к началу дополнительной пятиминутки в матче ЦСКА-Локомотив. 1-1 на табло, и первые четверки появляются на льду. Кудашов, Михнов, пара форвардов у железнодорожников. Пара защитников — Соколов, Уланов. Ну и армейцы. Корнеев, Розин, Сапрыкин, Япончинцев. То есть по существу первые пятерки без Конькова у железнодорожников и без Симакова у армейцев. Ну, безусловно, Симакова в другой связке будут использовать, и то же самое и у Ярослав. Михнов за счет индивидуальных действий прошел вдоль синей линии в чужой зоне, подключил к атаке защитника, но опять же там предпочел Соколов не рисковать, бросил в сторону ворот и сразу же покатился в откат.
Он был последний защитник, не мог рисковать. Конечно, мог бросить в угол тогда, это надежнее было. Но а так все равно какой-то шанс был, что шайба дошла бы до ворот, и там добивание было. Яшин, Ткаченко против Шишканова со Скугаревым. Такая расстановка. Бросок Гуськова от синей линии. Лоусон парирует этот выстрел. И армейцы идут вперед. В лицевой борт направлял шайбу Скугарев. Но Шишканов к шайбе не успел. Там и Варламов клюшкой очень здорово сыграл. Но Скугарев прокатывается за воротами, выскакивает шайба на пятачок, и... И сейчас повезло ярославцам, там как Шишканов не забил. Ткаченко, Яшин, бросок из-под защитника, Белов, и вот это да. Белов против Яшина в рукопашном бою, ну Белов тут совсем разошелся. Душу отводит, что называется. Яшин не оказывает сопротивления. Понимаете, вот мы говорим, грязный хоккей, допустим, там в Гае бьются. Но как только игроки падают в Северной Америке, никто никогда лежачего не ударит. Ни тот, кто сверху, ни тот, кто уже упал. Там это как бы сейчас победа Белова, ясно, что он поборол Яшина. И, ну, и преимущество было, тут нечего говорить, но дальше уже действия были, ну, не совсем спортивные. Лежачего не бьют. Да, это правда, не могу здесь с вами не согласиться, и не исключено, вот сейчас Кудашов подъезжает к арбитру, как раз пытаясь объяснить Сергею Курабанову, что переусердствовал Белов, и, в общем, наверное, его действия заслуживают двойного штрафа малого. Ну, а здесь мы смотрим, как не повезло Тимофею Шишканову, распластался Семен Очень Варламов. Здорово Варламов поставил щиток, и вот здесь момент. Какое решение будет по Яшину? Белов до конца игры. Ну, мы видим, да, сбросил перчатки и лежачий убил. Но сейчас вот объявит свой вердикт Карабанов. Ну и там, похоже, получил повреждение Антон Белов, потому как со скамеечки запасных отпасовали доктору пакетик льда, и понес он его в раздевалку. Давайте слушать объявление информатора. Обоюдное наказание, обоюдо равное, скажем так. И Яшин, и Белов до конца игры удалены. Ну и по-прежнему 4 на 4 будут играть команды. Симаков против Робитайла на точке вбрасывания. Выигрывают его армейцы. Робитайл и Галимов здесь пытаются соперника прессинговать. Правда, Робитайл уже начал к своей синей линии. Откатывается Галимов. Здесь один атакует Мишарина. И смотрите, забирает шайбу Галимов. Робитайл, бросок поворотом. Мимо шайба пролетает. Но вот своей настырностью два ярославских нападающих сейчас просто смутили армейцев. Не позволили им выйти из зоны и провели неплохую атаку. Робитайл. Мишарин его атакует. Выкатывается к синей линии канадец. Подключается защитник. Ну вот Ари Валин это делал. Но ни к чему его подключение не привело. Ни к чему позитивного для его команды. Непряев. Вот Сапрыкин все-таки заработает. Умудрился 2 минуты перегреть 4 на 4. И это очень неприятно, потому как в формате 4 на 3 в большинстве играть очень и очень комфортно. И это комфортное численное преимущество на 2 минуты. Ярославцы получают. Супер реальный шанс. Сейчас, возможно, даже будет 30 секунд тайм-аут. Так и есть. Кари Хейкеля, естественно, берет тайм-аут. Вячеслав Быков
Вот мы видим повтор, да, действительно, Сапрыкин зацепил Непряева, справедливое ударение. Первую часть своего тайм-аута, похоже, посвятил критике действий Георгия Мишарина, из-за медлительности которого несколько мгновений назад ярославцы сумели отобрать шайбу на чужой синей линии и провести атаку. Ну вот, собственно, с этого и началась череда неприятностей для армейцев. Итак, 2 минуты 2 секунды сыграно в дополнительной пятиминутке 1-1. И у армейцев удален Олег Сапрыкин. Корнеев, Розин, Епанчинцев держат оборону у ЦСКА. У ярославцев Робитайл, Иргл, Уланов и Валин. Смотрите, не рискует трех нападающих выпустить Кари Хейкеля на реализацию большинства. Но, с другой стороны, здесь Ари Валин, наверное, будет активно подключаться к атакующим действиям своей команды. Уланов. Мощный бросок. Четко Лоусон в угол шайбу отбивает. Правда, подбор остается за гостями. Иргл. Епанчинцев защищается. Уланов. И у Ари Валина бросок сходу не получается. Еще одно удаление будет у армейцев. Лоусон! Красавец Лоусон! 100% момент Робитайла, и Лоусон просто не дает земляку стать героем встречи, соотечественнику. Робитайл вновь расстреливал пустые ворота, но словно из воздуха выткалась ловушка канадского голкипера ЦСКА, и поймал он шайбу. Но теперь на протяжении армейцы будут защищаться втроем против пятерых ярославцев. Звено Кудашова появляется на льду. Уланов. Уланов единственный номинальный защитник в этом сочетании. Робитайл, Михнов, Кудашов, Иргл, Шефер, Скугарев и Васильченко. Защищаются у ЦСКА. Робитайл. Не будут торопиться, конечно же, ярославцы. Времени у них вагон. Поджимают армейцев. И Робитайл со второго предъявления все-таки приносит Ярославлю победу. В это дополнительное время 2-1. В пользу ЦСКА, в пользу ярославского Локомотива.